Натуральный мед – это кладовая здоровья. Его уникальность в том, что в нем содержатся микроэлементы, аминокислоты, ферменты, витамины. Например, мед таежный с маточным молочком стимулирует кровообращение, омолаживает организм, укрепляет иммунитет и улучшает память. На ярмарке можно попробовать редчайший дикий мед бурзянской дикой пчелы, собранный в экологически чистых районах из дупла дерева. Дикий мед – это бортнический мед. Экологически чист, собирается в экологически чистых районах. Он не кристаллизуется в течение 3 лет, так как фруктоза больше, чем сахароза. Он очень полезен при варикозном расширении вен, антибактериальным средством является и вообще очень полезный. Медовую ярмарку от пасеки Монастырской жители Кургана посещают постоянно. Плюсы очевидны. Можно бесплатно продегустировать мед и оценить многообразие сортов. От меда царской липы и экзотического каштанового до знакомого всем с детства гречишного и цветочного. Тягучий, полупрозрачный, вобравший в себя солнечный свет и наполненный ароматом цветов и целебных трав. Мед – это эликсир жизни. Мед из оказы хорош для зрения, боярышниковый для сердца, гречишный идет для гемоглобина и для крови. Липовый идет антисептик. У нас в ассортименте большой выбор конфитюры. Это ягоды, бланшированные на пару и добавленный яблочный пектин как загуститель. На выставке можно приобрести также пергу, халву, пыльцу, бальзамы, домашнее подсолнечное масло. Внимание, акция! При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм меда в подарок. В ДКЖ с 16 по 24 ноября ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».